фильме снимались? Дебора Карри. Кристиан Слейтер. Вильям Хикки. Мэтью Лоренс, Роберт Седжвик, Стив Бушеми, Джулиана Мур и Роберт Клейн. Увидимся в церкви в воскресенье. Рассказов «Лот 249» Артура Конан Дойля и «Кот из ада» Стивена Кинга. Авторы сценария Майкл Макдауэлл и Джордж Ромеро. Продюсеры Роберт Рубинштейн и Митчел Галлен. Режиссер Джон Харрисон. Алло. Привет. Hi. Привет. И давно ты дома? No. Нет. Только вернулась из магазина. Скоро увидимся. Что-нибудь принести? Нет, у меня все есть. Если что, нужно? Wait. Хотя... Да, нужно. Есть бокалы для шампанского? У меня нет. Есть. 8 штук? 6. Well, принесите 6, а Митчи я будем пить из стаканов. У тебя столько хлопот. Конечно, хлопот много. К вечеринке нужно готовиться. Ладно, увидимся в 8. Пока. Пока. Ну и грязь. Ты не любишь шоколадное печенье? Что ты сделал с книгой? Сказки темной стороны. В детстве это была моя любимая книга. А какая сказка твоя любимая? Тебе-то что? Выпусти меня! На помощь! Я уже не помню, о чем эти сказки. Помогите! Выпусти! Что ты делаешь? Зажигаю духовку. Помогите! Она сумасшедшая! Хочет приготовить меня и съесть! Помогите! Я не сильна в расчетах. Сколько будет 75 поделить на 12? 6,3. А что? По 12 минут на фунт. То есть, ты должен быть в духовке не позднее половины второго. Да, плюс час на эвисцерацию. Эвисцерация? Что это?
Это как потрошить рыбу. Сначала делаешь надрез, потом вынимаешь потроха, сердце, легкие, кишки, делаешь из них фарш и зашиваешь обратно. Такой иглой. Думаю, пора начинать. Нет, подожди, еще рано. Говоришь, это твоя любимая книга? Послушаешь сказку? Про любовь? Да. Хотя нет, но очень хорошую. Тебе понравится. Вот, про парней из колледжа. Из одного общежития. Один из них беден. Ему приходится торговать вещами. Эй, осторожней с этим. Его зовут Беллингем. Он собирает антиквариат. Однажды он получает необычную посылку. Кстати, другие парни, Энди и Ли, очень богаты. И они плохо обошлись с Беллингемом. За все годы учебы ты написал только заявление на получение стипендии. Ну, это благодарный труд, Энди. Особенно, если моя подружка пишет отличные эссе о том, почему я предпочитаю проводить лето в Европе. Да уж. Согласен, моя сестра умная, но не очень честная. Да? Да. Зачем тебе рисковать? Если они узнают, кто писал эссе, ты вылетишь из колледжа. К тому же, ты так каждое лето бываешь в Европе. Ну, мне нужна стипендия, чтобы выкупить Мазерати. Мазерати. Угадай, кто еще претендовал на стипендию? Беллингем работает на полставки в музее. А Сьюзан на общественных началах. Будем надеяться, он не узнает о том, что она помогла тебе лишить его стипендии. Беллингем без ума от Сьюзан. Все будет хорошо. Привет, Энди. Привет, Эдвард. Как дела? Это твой друг? Да, верно. Ли Монктон, верно? Верно. Я видел твою фотографию в университетской газете. Мои поздравления. Да. Спасибо. Удивительно, что мы встретились после участия в конкурсе стипендий. Постой, ты сам сказал. Конкурс. Кто-то должен был победить. Но не тот, кто умнее. Нет, нет. Нет, я заплачу. Спасибо. Этот ящик был очень тяжелый. Я верну тебе деньги. Не торопись. Знаешь что, Эдвард? Просто покажи нам, что в ящике. И будем считать, что ты ничего не должен. Хорошо. Если я прав насчет того, что в ящике, не важно, что меня обманули со стипендией. Обманули? Да, за день до оглашения результатов со мной кое-что случилось. Что? Меня обвинили в краже тотема индейцев Зуньи. Ты его украл? Я ненавижу культуру индейцев. Когда все выяснилось, решение уже было принято в твою пользу. Вот. И кто обвинил тебя в краже? Это был аноним. Я, пожалуй, пойду. Меня Сьюзан ждет. Ну, нет. Ты никуда не пойдешь, пока не посмотришь, что в ящике. У нас уговор.